В своем послании народу глава государства поручил уделить особое внимание развитию геологоразведки. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, принятое в 2018 году законодательство по управлению горнорудным сектором не заработало в полной мере. Как итог, в нашей богатой ресурсами стране долгое время не было значимых геологических открытий. Президент поставил задачу перед правительством довести к 2026 году площадь геолого-геофизической изученности с текущим 1,5 миллиона до не менее 2 миллионов 200 тысяч квадратных километров. В этой связи представители одного из предприятий недропользователей региона поделились мнением относительно поручений главы государства. Еще один тезис, который напрямую касается и деятельности нашей компании, это он относится к развитию геологоразведки. Глава государства отметил, что крупные недропользователи должны напрямую заниматься этим вопросом. В среднесрочной перспективе наша компания также будет уделять этому вопросу особое внимание, поскольку от дальнейшей геологоразведки будет зависеть и деятельность Мангистау-Мунайгаза.